смерти. Эй, Герман! Серьезно? Точно. Поговорим. Я сказал, хватит страдать! Понял. Знаешь, Герман, как личность, ты ноль. Но костюм у тебя классный. Обсудим покрой. Может, позже. Молодец, Человек-паук. Ты узнал о его мотивах? Пытался, но он молчун. И еще ненавидит меня. Да, и не только он один. Но ты ведь меня любишь? Я тебя терплю. О, таких приятных вещей ты мне еще не говорила. Обычно в это время мистер Ли у себя. Как вы тут держитесь? Этот придурок считает, что я перееду к своей дочери. Было бы классно. Но она не предложила и не предложит. Я никуда не перееду. Питер, чем могу помочь? Простите, что отвлекаю, мистер Ли. У меня есть подруга Мэри Джейн, она репортер. Она пишет статью про рынок искусства и нашла вот это. Ей нужно мнение эксперта, а у вас ведь есть диплом. И, возможно, сейчас он впервые мне пригодится. Что ж, показывай. Любопытно. Где она нашла? Я точно не знаю. А что, что это? Копия маски из китайской оперы. Давно я таких не видел. Этот знак примерно означает демон. Демон? Мой папа читал мне сказки про духов в таких масках, когда я был маленьким. Я очень боялся. Слушай, Питер, эта маска, она может быть связана с опасными людьми. Мэри Джейн, лучше найти другой сюжет. Думаете, она в опасности? Я не знаю. К чему рисковать? Эй! Символ внутри маски означает демон. Мистер Ли здорово испугался, никогда его таким не видел. Он даже сказал, не стоит в это лезть. Как интересно. Думаешь, мистер Ли знает больше, чем говорит? Нет, больше похоже на какие-то неприятные воспоминания. У него было трудное детство. А, понятно. Демоны, значит. Хорошая кличка. Так, я сажусь за статью. До встречи. Могу залатать эти ботинки. Ну, все прошло почти так, как я надеялся. Как она действует? Как настоящая рука. Подумайте, что хотите сделать, и... Да! Эй! Эй! Что вы себе позволяете?
Нарушение мер безопасности. Прекратите сейчас же! Это очень хрупкое оборудование. Ну все, я немедленно звоню мэру. Питер Паркер, как твои дела? Помяни черта. Мистер Росберг? О, ну хватит. Сколько мы уже друг друга знаем? Я мистер мэр. Да, Норман, Норман. Норман, что ты, черт возьми, делаешь? В твоем соглашении на грант прописаны меры безопасности. И это не первое нарушение. Нам прощали. Мной. Мы должны были конфисковать все уже давно. Но у меня прорыв. Спасибо, что послужили на благо нашей страны. Эти ребята проводят вас в Ascorp Robotics, где вы получите современный протез. Бесплатно. Дело ведь вовсе не в безопасности, правда? Я пытаюсь помочь, Отто. Ты можешь продолжить работу в безопасном месте. А, в Ascorp. Ты всегда очень быстро соображал. Ты совсем не изменился. И ты тоже. Эй, Питер. Гарри возвращается из Европы в начале года. Может, вы наконец-то откроете дело, о котором столько говорили? Это превосходнейший шанс. Тише, тише, тише. Они же не забрали все. Мы сможем начать заново. Питер, какое там мы? Без городского гранта я не смогу тебе платить. Мне нужно подумать. На твоем месте я бы искал работу. Герман, как поживаешь? Эй, я не юрист, но ты не нарушил условия УДО. Упс, кажется, мы здесь застряли. Ну что, сыграем в города? Нет, поборемся на пальцах. Ладно, бьем по морде. Ого! У тебя теперь цифровые наручи, да? Будь по-твоему! Хочешь подраться? Давай драться! О, скорее бы вернуть тебя в тюрьму, поболтать о науке! Знаешь, люди в банки уже не ходят. Тебе повезло, что тут есть наличка. Если хочешь грабить банки... Иди на биржу. Это самый сок. А, стой, 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 стой! А, нет! Сдавайся, и мы тебя защитим! Нет уж! Ты их не видела, я да! Прости, Герман. Ты сам виноват. Честно. Он был очень сильно напуган. Эти демоны теперь объявились повсюду. Если они хоть нос засунут в хранилище, я тебя прикончу. Понял, босс. Утроим защиту. Демоны не пройдут. Внимание! Демоны хотят обчистить наши тайники. Два мы уже потеряли. Босс может и за решеткой, но мы все еще отвечаем за его игрушки. Проверка связи. Орел 2 тут? Орел 2 на связи. Ты знаешь, что посторонним нельзя являться сюда и вести свои расследования? Да, я знаю. Вот я и принес ордер.
Так может, проведем законное расследование? Звучит здорово. Как вас зовут? Офицер Дэвис. Можно Джефф. Ну, а ты? Я шучу. Мой сын твой фанат. Так, с ордером. Можно выбивать двери? Если заполню очень много бумажек. Я как будто в фильме ужасов. Ау! Есть тут у вас злой рыбак с крюком вместо руки? Ладно, и где запертая дверь? Джефф, ты тут? Я уже с трудом сдерживаю себя от шуточек. Признателен. Видишь щиток электропитания двери? Ага, есть! Устрой перегрузку, и дверь должна открыться. Умно. Но у меня нет ничего, что вырабатывает ток. Попробуй. Электрошокер, гениально! Я как раз искал такие конденсаторы для улучшения костюма. Паутина рулит. Любишь технику? Ты как мой сын. В 5 лет он уже разбирал телевизоры. А сейчас взламывает телефоны друзьям. Похоже, у него есть чему поучиться. Так. Не вижу ничего незаконного. Я, пожалуй, разочарован. Не спеши. Давай обыщем тут все. Искать что-то особенное? Склад построили давным-давно. Он помнит времена сухого закона. Ага. Тогда спиртное хранили в тайниках. Вот здесь. Там что-то есть? Скрытая панель. Такая же, как на входе. От нее идут провода. Нужно найти электрощиток. Посмотрим, смогут ли мои линзы отыскать провода. Сработало? Я. Наверное, не тот щиток. Иди дальше. Спасибо. Сам бы я ее не открыл. Вам спасибо. Сам бы я ее не нашел. И у нас тут ничего. Раз есть один тайник, может быть и второй. Заметил что-нибудь на полу? Ага. Они могут спрятать дверь, но не царапины от нее. Смотри, нет ли таких еще. Нужно снова все обыскать. В этот раз поищем царапины. Бинго! Царапина, а двери нет. Я не вижу, по крайней мере. Отлично, сейчас приду. Или не приду. Лифт застрял. Подождите, я затащу вас. Все-таки поможешь мне с лифтом? Да, уже иду. Второй этаж. Ржавые детали, большие пищащие крысы. Осторожно, мост сломан. Я уже понял. Отлично! Акробатика на уровне. Не все мы жрем пончики. И то правда. Еще дверь в тайник. Я взломаю замок. Дай знать, когда найдешь электрощиток. Ага, займусь. Нашел.
Готово! Вот молодец! Эй, проверь-ка! Ничего. Мне начинает казаться, что Фиск так издевается надо мной. Взгляни на стены. Тут хранили оружие. Его бы не занесли сюда через переднюю дверь. Отсюда должен быть еще выход. Это стена. Здесь, похоже, проход в другую часть. Люди Фиска говорили о хранилище. Может, мы близко? Не сомневаюсь. Похоже, тут двойная схема. Поищи второй электрощиток. Если б я был электрощитком, где бы я был? Нашел! Чисто! Вы были правы. Потайная дверь. Невероятно. Ты сможешь мне помочь? Тяжелая штука. Раз, два, три. И совсем не страшно. Наверное, старый туннель бутлегеров. И похоже, тут со времен Аль Капоне не прибирались. Пути большая куча бетона. Мне не пройти. Погляжу-ка я на это сверху. Тут есть где развернуться. Подождите. Я застрял. Сможешь помочь? Что это? Может, там метро? Поторопимся. Тут опасно. Ладно, это точно было не метро. Неа. Скорее, взрывчатка. Похоже на демонов. Хранилище! Быстрее! Черт! Демоны уже смылись! Как они нас опередили? Тут наверняка есть другой выход. Поищи. Здесь просто оружейный склад. Был. Они взорвали замки, чтобы войти! Чш! Демоны! Будьте тут. Ну нет. Вдвоем у нас больше шансов. И еще с этим. Отъезжай. Вперед. Давай! Стоп! Вы арестованы! Слушайте двигатели! Самба! Ой! Стоп! Вы как? Иди! Я догоню! Если я когда-нибудь упущу два грузовика стрелков, я выброшу свой костюм. Не лучше. Тут куча этих парней. Они убьют кого-нибудь, если их не остановить. Я постараюсь догнать тебя, но пока ты сам по себе. Держитесь, Джек, и не лезьте на рожон. Они так могут подстрелить прохожего. Подберусь ближе. Парни, для меня место есть? Давно не виделись.
Пора на выход. Тройка решила ходить по расписанию. Нам сообщают, что офицера зовут Джефферсон Дэвис. Он получил легкие ранения, и скоро его здоровье полностью поправится. Простите, мисс, а разве вам сюда можно? А тебе? После истории с аукционом меня перевели на городские новости. И я могу сосредоточиться на настоящих новостях, как это. И на демонах. Ты понимаешь, что чем ты ближе к ним, тем в большей опасности, да? Чем ближе я к ним, тем больше у нас будет шансов. У нас? Офицер Дэвис, Мэри Джейн Уотсон, Дейли Бьюгл. Я молчу. Я вас не виню. Но эти ребята свое расскажут с вами или без вас. И в скандалах они профи. А твоя цель? У меня ее нет. Я просто слушаю. Ладно. Садись. Она хороша. Да ладно. Эмпайр, отдел благоустройства, Эдди. Здрасте, да. Я пытаюсь найти кое-какие вещи, которые случайно забрали из мусорного бака у моей... Номер бака. Сейчас. Так, 64476. Маршрут 33. Грузовик уже уехал. Если вещей там нет, то все. Стойте, стойте. Это очень важно. Можете подсказать, где сейчас грузовик? Сейчас гляну. Так, должен быть в муниципальном гараже. Угол Бауэри и Грант. Понял. Спасибо, Эдди. Только будь тут, будь тут. Есть! Фу, надеюсь, не сломалось. Фух, кажется, все на месте. А это что? Мой старый прототип. Выглядит круто. И почему я его не закончил? Кажется, его можно доделать. Вот так. Смотри, парень решил, что он Человек-паук. О-о. Стреляй! Ужас, я не спал с самого задержания Фиска. Пора бы мне начать о себе заботиться. Эй, парень, что ты тут забыл в такой час? Откуда ты тут в такой час? Надеюсь, у моей удобный диван. Хм.
flashes recorded, even more explosions, and a barrage of gunfire coming from inside the building after Spider-Man and the NYPD had moved in, which lasted much longer than police had hoped. However, once things quieted down, Fisk himself was seen being escorted out of the building, handcuffed and in custody. This marks a big win for police and the first major takedown for Fisk, hoping to end his long-term reign over the city. And as of this morning, most streets have been cleared and reopened for... Я не могу их взять. Можешь и возьмешь. Я все отдам. Скоро. Учись просить о помощи. Ох, ты так похож на Бена. Спрячь эту паркеровскую гордость и признай, что ты тоже человек. Как и все мы. Мартин. Простите, что помешал. Просто хотел сказать, мне нужно уехать из города. Ты за главную. Ну, мне же не впервой. Долго тебя не будет? Я пока не знаю. Все в порядке? Одно личное дело, которое я давно задумал. Но позаботьтесь об этом месте. Оно представляет мою светлую сторону. Что ж, пожалуй, займусь делом. Надеюсь, мистер Ли здоров. Алло? Привет, видел статью? Ага. Робби, наверное, в полном восторге. Да, они все говорят. И прикинь, мэр Осборн только что объявил, что сегодня днем вручит офицеру Дэвису награду. О, постой, после этого пройдет митинг Осборн... А, мне все понятно. Ага, нам тоже. Но все равно я рада за офицера Дэвиса и его семью. Я буду там как репортер. Составишь компанию? Да, конечно. Увидимся. Consolidated Shipping. Джефф, я здесь. Что ты видишь? Найти всех и всех убить. Похоже, демоны входят на территорию Фиска. Вы взяли, что хотели. Так зачем нас убивать? Территория теперь наша. Ни за что. Эй, Вилли! Ты? Классный комбез, стройнит. Не лезь в мои дела. Стой, демоны! Кто у них главный? Спаси моих людей, и может я скажу. Снова привет. Чтоб тебя! Это правда случилось? Да. Тут поступают сообщения о вертолете
чугунным шаром? Ага, ситуация с демонами усложнилась. Держись, Юрий, я иду. Да, я разберусь. Я знаю. Его надо посадить. Знаю. Может, наш супергерой поторопится? Он торопится, Юрий. Закончу, свяжусь. Надеюсь, я успею об этом пожалеть. Просить вас посадить вертолет, сэр! Это только начало! Так это и есть ваш план? Заменить Фиска? Надо вырубить двигатели вертолета! Заняться двигателем, пока он нападает. Минус один движок. Теперь второй. Нужен план. Срочно нужен план. Наверное, это план. Давай, Пит, ты сможешь! Ты сможешь, сможешь, сможешь! Пит, не подведи! Просто чума. Где вы их берете? Ой, старый! Класс, спасибо. А у них есть веб-сайт? Есть! Упс. Эй, Юрий, я поймал негодяев, но... Что но? Лучше захвати с собой лестницу. Эй, Майлз. Ха, фанат. Черт, я опоздал. Ты идешь? Нет, мне пора в ратушу на папину церемонию. А, да. Передай ему привет.